И теперь о событиях дня более подробно. Начинаем с важной для Красноярска новости. Председатель правительства России Дмитрий Медведев сегодня вечером подписал распоряжение о создании оргкомитета по подготовке к проведению Всемирной зимней универсиады в нашем городе в 2019 году. В состав вошли 29 человек. Члены правительства, представители миграционной службы, Министерства иностранных дел, ФСБ, замминистра внутренних дел Александр Горовой, который успешно справился с безопасностью во время Олимпиады в Сочи. Главным по подготовке назначен первый заместитель председателя правительства страны Игорь Шувалов. Его заместителем стал губернатор края Лев Кузнецов. В течение ближайших трех месяцев власти всех уровней должны составить план подготовки.